во-во-во, прямо-прямо вверх, вверх-вверх. Ну-ка, пройди. Офигеть, смотри. Стойте, я еще не приехал. Круто вообще. Домашний прирученный волк. Все, Паша. Теперь Паша. Пашей. Паша. Никакие высадки, никакие высадки. Паша, у тебя в кармане сосиски? Ну и как? Наверное. Пашуль, правда круто? Прикольно, да. Он мертвый, что уже? Да. Антон, возьми волокна. Антон, походи немного куда-нибудь. Он на Паша. Не, он уже за тобой. А вот. Просто походи куда-нибудь. Вот так вот волков можно приручать. Тузиков. Ну ты его убил или нет вообще? Убил. А шкуру забрал? Нет. Офигеть. Паш себе друга нашел. Тебе передаю его. Прикольно, правда? Очень даже. Такой идет спокойно. На месте. Так он улетел. Ну мы тебя немножко развлекли, правда? Угу. Уже. А то одно и то же, тележки. Да, так другие впечатления, ну, интересно. Такое может быть только на мирной Руси. Да. Мирные волки, мирные медведи. Очень круто, очень прикольно. Сломанные ребра. Антон, ты молодец. Ты нам устроил такую аттракцию сегодня. Вообще, это круто. Чё, как там у стримера дела? Кто не смотрит? А у Анатолия на стриме рейтинг подскачет. А, Анатолий тоже у нас стримит? Сейчас не стримлю, просто видео записываю. Понял. С собачкой. Он теперь за мной. Ты объектив там открой, не забудь. Ну, милый кадр, когда за тобой так волк идет в упор. Да, прикольно, да? Нет, очень. От первого лица это мило смотрится. Я, правда, с перегрузом на лошадке. Тузик. Кис. Знаете. Жалко его на тот остров не переправить. Да. Интересно, что будет при смене дня или там при рестарте. Если ты с сервера выйдешь. Ну, он умрет просто-напросто. Андрей жут. Yeah.